Левел 5. Но давайте сейчас как бы сразу договоримся без абуза дестройера, потому что тогда можно взять двоим дестройеров, и они будут вечно. Хотите, берите тележку, но не надо брать дестройера. Мой молот укрепит вас. Так, надо же что-нибудь другое взять. Да. Чё? Тупить. Настал час возмездия. Тьма зовет меня. Все, зарегался. Зеленый остался. Так, два виспа и мое сочетание героев. Здесь два дескнайта и дракончик, да ёшкин кот! Чё-то как-то пошло не так. Как-то раньше все было поумнее. Делитесь без дракончика. Там уж посмотрим. Если выиграет голубой, это пусть напишет сурендер. Если выиграет зеленый, ну, молодец. Интересно, а сейчас будут диспелы виспов? Алло! Задиспелил двух своих, короче, героев. И одного вражеского. Оп-оп. Ну, вот сейчас одного просто вражеского. Но здесь не выиграть дескнайтом. Ну да, конечно, у паладина неуязвимость. Как же еще? Иначе его просто забреют. Может, он плюсики вкачал. Два вампира, ну так себе. Ну, Мунфейст ездит своей тележкой. Регений ману и хп. Но без абуза. Банша, интересно, зачем? Типа промахи повесить? А, ну кстати, Банша же антимагию вешает. О, кстати. А Маквилл-то молодец. Банша вешает антимагию, которая 400, по-моему, или 300 дэмэджа поглощает. Антимагию-то... А, ну, в принципе... Этот сразу за тележку взялся. Тут же такая тема, что ее не превратить вначале. Ну, лягут, конечно, вампиры. На 6-м левеле они вот были бы сильнее. Но не на 5-м. На 6-м левеле у них... Ну, они были бы сильнее, чем сейчас. Ну, это пронос, к сожалению. Ну что тут, блин? Блин, опять баг. Так я же тебе специально ответил, что 5-й левел. Чувствую, опять игра будет кривой. Да нет, с ультой не факт бы, что затащил. Хотя, конечно, без мастера ульта бесполезная. Блин, а где я-то, ёпрст-то? Так, здесь... Опять этот пацан, ну походу опять игра багнутая, короче, опять вот тот, кто из этих выиграет, скорее всего выиграет в игре. То есть мне дадут разок подраться, и все. Здесь смотрите, вообще один герой, но это так себе. Это так себе, герой 5-го левела намного сильнее, чем медведь. Блин, хотя бы медведь бы задиспелил. Ну, хотя там пофиг, в принципе, чё.
Ну же, иди в драку. Просто взял, вырезал. Ну, блин, конечно, этот-то будет лечить. Надо шамана вначале убивать, наверное. О, нормально по паладину зашло. Ну да, паладина надо бить, потому что он хоть неуязвимый, но все равно его же надо убивать когда-нибудь. Ну, гномы не то учат. Да, надо баш было. Так без героя 12 лимита большие выиграют. Что тут думать-то? Блин, что ж ты медведя-то бьешь? Убей шамана уже и все. У медведя-то армора дофигища, у этого 0. У медведя в форме медведя там 9, что ли, армора. Ой, ну он зря, конечно, это сделал. Здесь видите, один армора, сразу видна разница. Че, молоток-то есть еще? Нету. Блин, 400 хп отхиляет, значит. Ну, можно законтрить, но никто же... Все же будут большие играть. Не, Кадоя не контрит, большие Кадоя захват... Кадоев можно захватывать. Нельзя захватывать неуязвимых к магии, нельзя захватывать к воздуху, нельзя захватывать горных великанов, потому что у них здесь сделаны все грейды. А Кадоев можно захватывать. Через Е в конце пишется. Фурендар. Ой, лол. Это тема, блин, ярость. А как, блин, он что-то вызвал? Мне не верен страх. О чем вы просите меня? Мы должны действовать. Но то, что снится, это тема, блин, ярость. Ай-яй-яй, что врубился стрим? О чем вы просите? За календор! Мертвые служат тебе. Такова воля тени. Давай, накастуй на все. Не хватает маны. Да хранит меня тьма. Все, уходим. Свое дело сделали, валим. Во имя света! Да свершится правосудие! Смерть неверная! Некр в повозке. Блин, опять вот я почти уверен, что сейчас эти два пацана подерутся, и выигравший будет Ultimate Arena Champion. Что-то не так с микроареной. Ой, ну здесь вообще форсир. Форсир-то слабый в лейте герой. Форсир для крипинга. Но самое смешное, что здесь же этот... А где еще один герой здесь? Эльфийский, что ли, какой-то? Целитель-то может задиспелить всю эту тему очень хорошо. А где еще один герой? Объясните мне. Ну, кстати, можно даже вот такой армией выиграть, только главное задиспелить все очень грамотно. Просто 4 диспела подряд сюда кинуть. Давай, 1, 2, 3, 4. Вот это все задиспелил, и ты чемпион. Зиккурат. А, стрим падал, да ёпрсатая. Вот Twitch, конечно, меня поражает. Twitch меня поражает. О, нет, дали мне поиграть, смотрите-ка. Настал. Мое сердце жаждет битвы. Мертвые ждут. Такова воля тени. Ваши слова. Как прикажете. Да, помню, как на питерском турнире давно еще обсуждали, что Mountain King напьемся крови. Без манны, как толстый этот... Толстый футмен. Наконец-то. Мне не верен страх. Все, маны-то нету у вас, товарищ. Внемли ваши слова. Мертвые ждут. Они будут моими. Мы должны действовать. Без маны-то, товарищ, не очень. Мое сердце жаждет битвы. Сам себе ману, главное, задиспелил. Самое смешное, веспами. Давай, тебя тоже ускорим, чтобы было честно. Просто три рубаки таких. О, еще одна игра, йоу. Час настал. О чем вы просите меня? Мертвые слова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я дал, конечно. Бежим в бой. Пусть гинет тьма. Перепрожимал. Мертвые ждут. Да хранит меня тьма. Блин, тут и отдаться можно.
будет исполнен. Мы должны здесь ходить. Внемлю ваши слова. Почту за честь. Какова воля тени? Мне неверный страх. Жду приказаний. О чем вы просите? Приказывай. На календар. Мне неверный страх. Мое сердце жаждет битвы. Какова воля тени? Интересно. Мне неверный страх. Мы должны здесь. Не на ваши слова. Так, умри, умри. Мое сердце жаждет битвы. Будет исполнено. Черт, не успел, моноберн. Почту за честь. Будет исполнено. О чем вы просите меня? Да свершится правосудие! Час настал. Мне неверный страх. Внемлю ваши слова. Пусть гибнет тьма. Не, да пофиг, у меня защита еще есть. Битвы. Я могу ее даже не врубать. Наш герой должен действовать. И чё? Бля, я ее не врубал специально. Такая... Чё, игра продолжается, пацаны? Эаморные. О, выиграл. Еще будут драки? Эх, черт. Мне понравилось. То в следующий раз-то буду тоже Demon Hunter брать, как я. Ну тут в чем фишка? Такая забавная двойственная тема в том, что именно очень мощный ультимейт в Warcraft считается, что у Demon Hunter, если выбирать между Demon Hunter и гномом, у Demon Hunter очень сильный ультимейт, который очень жестко против толпы, потому что он ауешит, хаос дэмэдж, 100% дамага по всем целям, ну короче, прям жесть. Вот, а здесь-то получается, когда битва героев, наоборот, очень сильный, очень сильная ульта у гнома, потому что она дает и атаки, и хп, и главное его не помоноберничать под вот этой темой, и получается, что если после 6-го левела, то сильнее, ну то есть, соответственно, если 7-й левел кто-то выберет в микроарене, после 6-го левела сильнее гном и паладин, а до 6-го левела сильнее Demon Hunter и паладин, потому что гном успевает кинуть всего один молоток, получается, что и этого молотка не хватает для того, чтобы убить Demon Hunter, а по дамагу Demon Hunter очень жесткий. Конечно, гном башит, то есть станет постоянно, но этого все равно мало, потому что Demon Hunter режет очень мощно, вот ну так вот на длинной дистанции он все-таки зарезает, плюс у него промахи есть, так что вот.